Неожиданный набор ингредиентов и необычная подача выделяют гарнир из риса, перепелиных яиц и овощей на фоне других. Вам понравится, попробуйте приготовить рис с перепелиными яйцами у себя дома. Каждый раз, когда готовлю плов, я полностью погружаюсь в процесс, и это настолько затягивает, что эмоции долго не оставляют меня. И, конечно же, я не перестаю экспериментировать. Этот рецепт – тоже мой удачный эксперимент, поэтому с удовольствием делюсь им с вами. Приготовьте такой рис к семейному обеду. Ваши родные точно будут в восторге. 1. Обжарьте лук и чили на сковороде до золотистости. 2. Добавьте к луку имбирно-чесночную пасту, лимонный сок, куркуму, томатную пасту, соль и перец по вкусу. 3. Добавьте отваренные перепелиные яйца в луковую смесь. 4. Насыпьте рис в кастрюлю с луком. 5. Влейте кокосовое молоко в рис. 6. Тушите рис до тех пор, пока молоко не впитается в него.